По образованию – художник, по призванию – режиссер, в душе – поэт. А еще журналист, горный турист, кавалер Ордена Рождества Христова и Ордена Нестора Летописца, высшие награды среди журналистов. Это лишь часть званий Валерия Пащенко, выставка работ которого открылась сегодня в Донецком краеведческом музее. Это событие, будем говорить так, творческой жизни Донбасса, культурной жизни его. И вот через творчество талантливого фотохудожника мы еще раз прикоснулись к красоте, которая достойна вечного сохранения, и на основе которой мы, в общем-то, воспитываемся сами и воспитываем свое поколение. По словам самого художника, всю Донецкую область он прошагал, проехал, облетел и проползал. И значительная часть фотовыставки посвящена одному из любимых мест автора – Святогорью. Вдохновила красота нашего Святогорья, севера Украины, которая еще немножко сохранила свою прелесть. Свежесть, Донец, кручи, горы, история – богатейшая, намоленные места, веками намоленные места. Примечательно в творчестве Валерия Пащенко то, что он все снимает на пленку. И, как заметил его друг Василий Батыренко, Валерий – последний из магикан, которые все снимают вживую. Облака, цвет листвы, падающий с ветки снег. На фотографиях все такое же, как в жизни, без всякой компьютерной обработки. Валерий Пащенко, по словам его друзей, истинный фотоохотник. И иногда ему приходится устраивать настоящую засаду. «Облака ждать долго», — говорит художник. То закат не тот, то туман мешает. Валерий может несколько дней подряд приходить на одно и то же место, пока не увидит картинку, которая стоит того, чтобы быть запечатленной. И такое добросовестное отношение к искусству невозможно не заметить. Работы Валерия Пащенко по-настоящему завораживают. На вопрос о том, какова главная идея и цель этой выставки, художник ответил просто и поэтично. Если человек выйдет отсюда с облегчением, с каким-то чувством радости, улыбка на лице, восторгом. Вот. Это для меня самая большая награда. А в принципе я ни на что не претендую. Работы Валерия Пащенко можно увидеть в выставочном холле Донецкого областного краеведческого музея. Все желающие приобщиться к прекрасному могут сделать это до конца декабря, пока будет работать выставка. Дорогие телезрители, приходите на мою выставку. Я вас очень жду. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.